Не понял. Движение запустили. Белый, черный? Да, да. Все. Да. Вот я с красной полосой. Про них говорил. Вот это вот форма, это кто? Байер. Вот, вот, да, я вот про нее рассказывал. А что с ним? Ну, мы, когда мы про форму тут говорили, я рассказывал, что мы часто играли с немецкой. Вот ну, мы Байером разыграли часто, что-то я не помню. Все, приехали. Вместе с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Ну так делать не надо. Начало обнадеживать. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Катают они мяч. Не дают этой атаке развиться. Играет в пас команда. Ты видел хорош. Это? Вот это да! Какой удар сейчас вратарь потащил. Мелкие. Да. Лишку берите мелкие сразу. Бейте с ними. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Назад на вратаря приходится сыграть сейчас. Диас. Центр откройте. Жак. Эх. Очень хорошо в обороне сыграно. Мяч за пределами поля, будет удар от ворот. Извините. Еле отобрал. Мяч будет введен из-за боковой. И теряют они мяч. Сразу. Влад. Убегаю. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Кровать. Кровать. Центр открывать. Диас. Жак. Дверцы. Движение надо все время быть. Не смогли они мяч держать. Что я перекрывать буду? На прессинг. Эффективен высокий хорош. Прессинг сейчас. Мяч у соперника теперь будет. Ай. Хорош. Чуть-чуть не хватило. Руза. Хорош. Сос аккуратнее, желтый. Переходят они в атаку. Хорош, Макс. Он меня просто раскачивает. Я нихуя не могу сделать. В маленький штук. Разворачивает. И все. Сейчас. И желе разыграть побыстрее угловой. Задел мяч игрока и будет угловой. Очередной угловой в этом матче. Опять надо на негра. Идет в штрафную мяч. Скидка на партнера. Хороший мяч, хороший. Теряют они мяч. Подбор, 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 подбор. Накрывает игрок этот. Блин, штанги на самом деле можно встать, парни. Уже встал. Берите игроков, разберите. Не убегайте на контру. Сейчас перекройте игроков. Контра-то такое. Он бить будет. Да. Удар. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Не стал ничего придумывать защитник. Ты просто не слушал, что говорят. Руза. Неплохо, сейчас команда контролирует мяч. Из-за боковой. За бред-то, блядь. Нормально, нормально. Лучше так, чем отдать. И вернул мяч своей команде. Хрена.
Барри. Атака продолжится через фланг. Агуэро. Знаете, да как проходит-то? Тренировка удар. Я все время во фланг отдаю, откройтесь под него, чтобы он был кому скинуть ему. Потеря, все, в оборону. Эрикс. Чисто отобран мяч. Эрикс. Диас. И как он дальше мячом распорядится? Квадрат спасает своих. Мяч в его руках. Пересек мяч боковую линию. Вперед, брош. И подбор. Без мяча остается. Второй не штат. Прекрасно сыграно. Мяч перехвачен. Ёшкин ты куда? Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Хороший пас получился. Счет матча открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. 1-0. Сейчас будет веселее. И открывается партнер под атаку. Руза. Все в рамках правил, можно играть. От души по мячу он приложился. Попасть отопался. Играют они в пас. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Можно бить. Хорош. Отлично защитник сыграл. В очень опасной стадии атака была. Мяч у соперника теперь будет. Диас. Шире игру стараются развернуть. Мяч на фланг. Не получилось у них мяч удержать. Ну, они открывают. Компактный, держи. Сейчас пастыра. Наверх выйти. На 11 метров. Всего 2 минуты осталось провести главу командам на поле. Нет? Именно столько добавил судья. Да. Давай так же. И прямо в центр штрафной полетел. Партнер мяч переправляет. Здорово, защитник выносит мяч. Уходит команда на перерыв за 45 минут. За 1 момент нет вообще. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Шире они сейчас играют, мяч на фланге. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Владеет мячом и тут может что-то получиться. Стойки в ворота. И это его второй гол. Дубль он сегодня оформляет. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Пролазит между нас. И что дальше тут будет?
Хватают они мяч. Отдает он мяч партнеру. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитник. Руза. Как отлично он действует и выручает свою команду. Надо, надо забирать такие мячи, иначе все эти подкаты просто бесполезны. Хороший пас во фланг. Угловой будут подавать, мяч после рикошета ушел за лицевую. Че, куда? Диего. Диего, куда? В центр штрафной подан мяч, достается вратарю. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Попас Татополос. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Влад! Хорош. Это уже еще нужно. Осталось забить всего один гол, чтобы вытащить эту игру, которая казалась проигранной. Сейчас они пойдут вперед. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Что я там сделал? Свисток, штрафной. Флан. Заброс будет. Флан, возьмите, я выйду в центр. Нужно бить поворотом. Очень вовремя он мяч выносит, крайне опасная сразу ситуация. Сразу бейте Флан, чтобы я мог пойти в центр на свою позицию. Седьмой, заберите номер. Не стал он подавать через пас, угловой разыгрыв. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И как он дальше мячом распорядится. Уходит мяч за пределы поля. Будет хорош. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Хороший старт. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Играет он на партнера. Блокирует он удар. Агуэр. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Играет в пас команда. Ходит мяч у них. Опасно! Нет, не опасно. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Охрененный вынос. Жак. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Не ведитесь на заманулку. Играйте, блядь. Отличный чистый отбор. Назад можно. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. 20 минут осталось играть. Не смогли они мяч удержать. Хорош. Продолжает идти вперед. Отдает он мяч партнеру. И что дальше тут будет? Могут хозяева подать сейчас. Перекладину переправляет мяч вратарь. Будет угловой. Он быстрее уже нормально. Попробуй на ближний. На ближний попробуй набил. Идет мяч. Постоянно он за спину забегает. Катают они мяч. Ай, зараза, бей. Да. Они паникуют, посмотрите. Они не знают, что делать, как угловой. Классный отбор, можно играть. Центр держи. Пас на фланг. Крузер. Обыгрывает он своего соперника. Хорошо. Не знаю, насколько оправданным был этот гол, потому что позиция убойная. Сразу игроков разберите на розыгрыш. Ну что, получится ли у него попасть в ворота отсюда? Хорошая... Игорь, штанги поближе, пожалуйста. Или кто это, извиняюсь. Вот так? Еще чуть. Время.
хотят они выиграть сегодня и на стадионе оглушительный свист. А лучше так. Здесь просто не видно с моей точки. Неверное действие может привести к атаке, а там уже у хозяев весь стадион будет за спиной. Крузен. Эриксон. Играют они в пас. Много игры в пас у этой команды, но все это очень далеко от ворот. Кто же выйдет победителем? Ждать осталось совсем недолго. Повыше встречайте. Есть вариант для паса. Отдает он передачу. И как он дальше мячом распорядится? Хорош, блядь! Сука! Эти отскоки гребаны. Как этому черту везет постоянно с отскоками? Я просто в шоке вообще. Я шуты, блядь, только принимаю мяч, блядь. Ставит корпус, укрывает мяч. На полметра, сука, блядь. Эриксон. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Да. Барри. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Влад. С ударом сразу. Отлично сыгран. Очень вовремя защитник мяч вынес. 3 минуты будет добавлен. Как здорово он мяч отдал. Есть пространство перед ним. Агуэро. Хороший шанс. Отводит опасность от ворот. Голкипер все правильно сделал. Ну, если в таком духе продолжится, то до конца этот матч едва ли досмотрят болельщики на трибунах. Откровенно слабая игра сейчас у них. И сука, рикошет, блядь. Наконец, пора бы уже. Голкипер забирает мяч. Свисток судьи возвращает. Да. Четыре удара. Один гол. Да, отскоки, конечно, просто. Да, что отскоки, что, сука, я нервлёгкий, разворачивается, блядь, просто не успеваешь. Нет, сколько похуй, я, во-первых, не понял, почему у меня вратарь, блядь, первый мяч не взял, потому что он там прям вот, ну, в меня летит, блядь. Вот. Ну, а второй, третий, сорян, они там, блядь,